Я хочу немножечко прояснить ситуацию. Сейчас на поляне обсуждается тема, ну, такая, мягко говоря, не очень, да, в отношении там опять якобы, ключевое слово, моих каких-то влюбленностей и так далее, хотя это вообще не так. Вот, и, ну, то есть раздули, конечно, тему до нереального масштаба. И сам факт, и то есть, знаете, как бы, ну, я понимаю, где я нахожусь, прекрасно, я все понимаю, но для меня самый шок во всей этой истории явилось как бы то, что мой друг, казалось бы, да, как бы, я горину считала своей подругой, правда, я везде всегда за нее была горой, отстаивала ее, там, с девчонками, там, где-то даже что-то выясняла, да, ну, как бы, тем, кто нормальных, короче, ну, с кем в нормальных отношениях, вот, и для меня, ну, блин, обсуждая меня вместе со всеми, не знаю, провоцируя моего мужа, говорить такие ужасные вещи, которые она говорила, для меня это не дружба, правда, и я в разочаровании. Слушайте, на самом деле, это, конечно, удивительно, но факт, вот сегодня меня понял единственный человек, это Либерж. Прикиньте, да? Она вообще, она все абсолютно вот расписала, разложила по полкам, вот как у меня в голове. Ну так, Саша, я тебя сколько лет знаю. Но почему-то другие этого слышать просто не хотят. Ну, странно вообще все.